мы видим очень что-то странное. Ошибка в архитектуре – это самая дорогая ошибка. Ваши разработчики будут делать сложные решения. Очень много умных слов, очень много умных терминов, но вы не будете знать, что с этим делать. Какой смысл? Пара слов о консалтинге, друзья. В процессе продажи нашего консалтинга отдел продаж иногда показывает нам тендеры. И мы видим очень что-то странное. В одном тендере на консалтинг есть требования как к тому, как выкладывать код, как к инфраструктуре и настройкам каких-то конкретных сервисов и какие-то очень-очень технические подробности, так и вещи более высокого организационного порядка. Устройство сервисов, взаимодействие между этими сервисами, да, оргструктура. Я призываю вас, друзья, не путать одно с другим. Потому что если вы передаете задание на консалтинг технарю, то понятно, вы получите очень технические требования к консалтингу. Там будет написано очень много умных слов, очень много умных терминов. Но вы, с точки зрения управления, не будете знать, что с этим делать. Оно может и умно, но более непонятно. То же самое относится к аудитам. Какие ошибки стоят дорого? Представим, что у вас есть сервис, в котором ведется плохо разработка. Ну вот, она плохо ведется, но если ведется плохо разработка только там, то у вас цена ошибки – это переписать только этот сервис. Если он компактный, то это, в принципе, очень конечная цена, потому что вы держите небольшой сервис. Вы правильно поделили сервисы, у вас нет больших монолитов. Если же очень правильно ведете разработку в монолите, и у вас технический аудит проходит, но это все равно большой монолит, то у вас, как ни крути, скорость изменений будет меньше, чем большое количество правильно устроенных сервисов, которые собраны из говна и палок или там из ноу-код решений. Поэтому я призываю вас правильно расставлять акценты. Это ни в коем случае не означает, что нужно вообще не заниматься тем, как именно устроена разработка внутри. Просто это разного уровня порядки. Есть проект здания, а есть то, каким клеем мы клеим плитку в кухне. Понимаете? Это разного рода проблемы. Ошибка в архитектуре будет стоить тому, что, в принципе, вас будет уже не интересовать, какой там клей в кухне. Понимаете? И ошибка в архитектуре – это самая дорогая ошибка. Это те ошибки, за которые мы платим просто чудовищную цену, если мы их делаем. Нам приходится очень много перерабатывать, переосмыслять. Это требуется большое количество погружения партнеров просто в проект, чтобы понять правильность, как это теперь правильно декомпозировать. И это же провоцирует разработчиков делать плохой код, потому что он становится сложным. А там, где сложность, там и ошибки. Если у вас очень плохо нарезаны сервисы, они взаимодействуют между собой очень неявным образом, непростым, не одинаковым, не унифицированным образом. Унификация не в том смысле, что все одно и то же отправляют, а в том смысле, что принципы не соблюдаются одни и те же. В таком случае ваши разработчики будут делать сложные решения. Они будут всегда медленными. Какой смысл от того, что даже пусть это будет написано очень хорошо? Поэтому расставляйте акценты и, пожалуйста, не путайте организационные архитектурные вопросы, которые связаны по ДДД, да, и особенности выкладки и особенности реализации внутри. Потому что за одно вы заплатите гигантскую цену за ошибки, а за другое вы можете не заплатить такую большую цену, если у вас там порядок. Туда же идут аудиты каких-нибудь систем. Например, вот Magento мы очень много сталкивались с аудитами, или мы с аудитами PIMCore, да, мы, поскольку сами очень много делаем PIMCore, и к нам иногда приходят на исследования PIMCore и так далее, и в каких-то случаях мы отговариваем, но если проводится аудит не нами, да, то обычно там есть огромный протокол каких-то замечаний по коду, что можно было бы сделать вот так, что можно было бы сделать вот так, а вот здесь может быть хорошо, а вот здесь может быть похуже и так далее. Но когда этот документ идет к управленцу, вот к продукт-оунеру, что он с ним делает? Он спрашивает: слушайте, ребят, нам это мешает? Понятно, если мы Омск-Газмяс, да, то есть какая-то суперэффективная организация, да, Газпром, Алгазм, Нефтехим, да, то тогда, наверное, мы, будем не очень, заинтересованы, что ли, да, в экономии денег на приведение в порядок. Но если же мы
реальная организация с реальным бэклогом, с огромными проблемами, с ограниченным временем, то тогда, как правило, продукт-онер с этим ничего не делает, потому что эта информация становится малоприменимой. И возникает странный парадокс. Компании сами заказывают аудит, получая на выходе много технических и, может быть, здравых даже рекомендаций, которые не идут в исправление и в работу. Это очень часто. Поэтому предпроектное исследование и технический консалтинг должен строиться в первую очередь с фокусом на зоны ответственности сервисов. Там ошибки будут очень дорогими. А ошибка уже внутри самого сервиса, если сервисы компактные, если сервисы простые, то они, эти ошибки, будут не очень дорогими. На этом все. Спасибо. Хорошего дня.